Опа. Разговаривал, а он, они говорят, а что ты наши между собой встречаешься? Я говорю, а футболистов много хороших, поэтому заявили две команды. Поэтому давайте этим матчем почтим память нашего друга и покажем отличный футбол. Спасибо. Гена. Ну, как бы, конечно, не печально, но здесь продолжается, футбол продолжается. Желание посвятить матч памяти выдающимся футболистам для Кравцова, для вот этого небольшого поселка, который своим трудом, упорством завоевал уважение в футбольном мире как бы Московской области, Березского района. Он играл в команде мастеров в Воронеже, в Факеле, закончил Малахову. В Березском Торпеде, да, он был в молодежной команде, в основном составе несколько игр, класс был, не была команда. В общем-то, он достоин уважения, достоин славы. Поэтому наши пожелания просто, конечно, борьба есть борьба, футбол есть футбол, но давайте этот матч пропустим, как бы, всего память. Минута молчания в центре поля, когда вы выйдете вместе. Я что еще хочу сказать. Александр Сергеевич был не самым моим первым тренером, но вот на электрон, когда я пришел, там, профессионал, команда мастеров, да, правильно, не профессионал, он был моим тренером, тренировал нас. Был очень замечательный тренер. Мне довелось с ним немножко поиграть на поле вместе, в одной команде, против него я играл. Но самое главное, что был очень замечательный человек, хороший. И то, что как бы я остался в футболе, это благодаря ему, потому что я видел, что кроме игры есть еще другая атмосфера. То, что, может быть, неправильно я назову около футбола, но на самом деле это дружба, это взаимоотношения людей, которые играют в одной команде или просто в другой команде, которые играют в футбол. И я хочу, чтобы частичка этого, как наверняка, я думаю, он сейчас и на нас смотрит, и эта частичка передалась через меня, через Сергея Анатольевича, ко всем вам, чтобы мы все любили футбол. И играя обязательно в него как можно больше. Спасибо. Да, все, судья вернули серединочку, уволит, там все готовы. Ну, Щербаков, конечно, оставит. Кого назвал, тот остается. Йо. Дольше бегать, да. Так, ребят, минута молчания. Спасибо. Спасибо. Построили. Построили. Привет! Одному мне только не нравится, всем остальным вообще ровно. Не подать, ты сразу. Нормально.